Гомельская меблевая фабрика «Прогресса» – предприемство с больше 50-годовой историей. Зараз тут вырабатывают широкий ассортимент мягкой мебели. По словам керівництва фабрики, на любой густ и на все померы квартир. На рынку вытворчести мебли вельми жесткая конкуренция, а тому каждое вытворство вымушено шукать свою нишу. Наибольш эффективный шлях – модернизация вытворчести и скорочение выдатков. Сегодня на Гомельской меблевой фабрике широко використовується сучасне заміжне обсталювання. Ось цю стягольну машину іспанської витворчості набили тільки 4 роки тому. Тепер усього два оператори виконують те, чим раніше займаються, біля 50 швачок. Гомельська меблева фабрика – підприємство з закритим циклом витворчості від виробу комплектуючих до випуску готової продукції. А тому пропонова міжнародної групи компанії по можливому співпрацівництві сприймається неоднозначно. Ситуація характерна не тільки для гомельчан. Наскільки самостійним застанеться в такому разі підприємство і чи застанеться воно увогулі – питання, на якої отказ есть не завсёды. Хоть с другого боку, процессы кооперации предприемств разных померов и формы власти зараз характерны для всего света. Во-первых, когда имеешь дело с IKEA, нужно всегда иметь в виду, что у них объемы очень внушительные. То есть это компания, которая работает глобально. Поэтому мы видим уже много хороших примеров, как IKEA, наоборот, сотрудничает с теми поставщиками, которые уже есть на месте. Об новых технологиях сегодня казали и на Гомельском химическом заводе. Рост населения планеты, изменение рациона, повышение попыту на продукты харчевания робит продукцию предприятия запотребованной на всех континентах. Сегодня это одна из ведущих вытворчеств нафтохимичной галины Беларуси, которая оживляет поставки удобрений в больше 20 краин света. Подчас встречи огучивается пропонова от одного из шведских партнеров об махчимом увеличении экспортных поставок. Размова идет об Вьетнаме и некоторых краинах африканского континента. Шведская компания готова оказать в этом необходимую допомогу. У администрации Гомельского химзавода будут еще анализовать махчимые плюсы, а где кажут, что тут есть что обмерковывать. Если есть спрос на увеличение объема, мы готовы рассматривать и сотрудничать. Мы заинтересованы в расширении, в диверсификации рынка. Мы также и на Африку немножко работаем, но я назвал в первую очередь это те рынки, которые наиболее объемные, которые располагаются ближе всего по логистике к Беларуси. Ну, готовы рассмотреть Африку тоже, любые страны, но необходимо знать ассортимент, какой продукции интересует, и мы готовы сотрудничать. Олег Сентюров, Валерий Габанько, телерадиокомпания «Гомель».